Всем привет! Сегодня очередное парфюмированное видео, и сегодня я буду показывать и рассказывать вам про аромат, в который я влюбилась с первого взгляда. Это Монталь, нишевая парфюмерия. Я абсолютно не любитель нишевой парфюмерии, но если она вот такая сладенькая, вкусненькая, конфеточка практически кофейная, то я, наверное, за. Монталь Intense Cafe. Потрясающий аромат кофе. Аромат сладкого кофе. И мне очень сильно нравится его ощущать на себе и быть такой кофейной, вкусненькой, сладенькой девочкой. Кофейное пирожное. Кофейное... Очень вкусное мороженое, в которое добавили ликер. Вот это для меня Монталь Intense Cafe. Это потрясающе. Это потрясающе, это вкусно, это невероятно женственно, это невероятно сексуально. И это очень притягательно. Долго не решалась приобретать мне этот аромат или нет, потому что я очень боялась от него задохнуться. Это такая сладость, от которой некоторые из вас могут задохнуться. Это очень интенсивная сладость, это очень интенсивный сладкий кофе с мороженым, с ликером. Вот это то, что вы слышите в первую очередь. Где-то через минут 15 подключаются нотки розы, которые здесь есть, но я их практически не чувствую. Это легкие какие-то цветочные ноты, которые подключаются только со временем. Это вот для меня аромат, как я уже сказала, вкусного-вкусного кофе с мороженым и с ликером. Это невероятно, это очень необычно, потому что мало кто пахнет кофе, но это очень вкусно. Это какая-то невероятная сумасшедшая гурманика. И, наверное, более сладкого аромата я еще никогда не ощущала. Я определенно рада, что он есть у меня в коллекции, потому что у меня такого аромата еще нет, и мне очень нравится пахнуть кофе. Мне кажется, это необычно, довольно-таки сексуально, довольно-таки вкусненько. А я люблю, когда вкусненько. Вот. Поэтому мне он кажется очень приятным. И из всей ниши мне нравятся такие ароматы. Не люблю в целом нишу за то, что она всегда очень многосложная, тяжелая, ее тяжело воспринимать. Но вот это любовь. Это определенно просто моя любовь. Это очень-очень сладенько, очень-очень вкусно. Из бренда Монталь я тестировала довольно-таки много ароматов. И пока я не дошла до Intense Cafe, мне никогда ничего не нравилось. Монталь в целом это не мой бренд. Он абсолютно какой-то для меня действительно очень тяжеловатый. А я любитель просто сексуальных сладких ароматов. Поэтому это в целом не мой бренд. Но вот это, пожалуй, лучшее, что есть у этого бренда. Плюс еще, конечно же, версия, по-моему, называется Resretta. Intense Cafe, которая практически такая же, как Intense Cafe, только, мне кажется, чуть-чуть ярче. Вот чуть-чуть ярче она. И знаете, о чем я думаю сейчас? Что я хочу еще такой флакон. Определенно, когда он закончится, я куплю его снова. Так что очень рекомендую вам зайти в Монталь, либо в парфюмированный магазин и обязательно протестировать Intense Cafe, если вы опять-таки любитель гурманики, если вы любите ароматы кофе и если вы любите пахнуть сладко, то вам это определенно понравится. Если вы любительница свежих ароматов, то вы задохнетесь от такой сладости, но это определенно для меня просто какая-то конфетка в мою коллекцию. Тем более я очень сильно люблю в ресторанах мешать кофе с ликером, кофе с коньяком. И это очень сильно похоже на шоколадное мороженое с коньяком и кофе. Вот просто супер. Так что рекомендую. Коробка бренда Монталь выглядит вот так вот. Также здесь была слюда.
Остерегайтесь, пожалуйста, подделок. Никогда не покупайте бренды Монталь с рук, потому что они просто могут оказаться подделкой. Вот. Также очень важный момент, когда будете приобретать ароматы Монталь. Здесь указан код. Бач-код аромат. Обязательно на оригинальных коробках стоят два вот таких выбитых номера. Этот номер должен совпадать с номером на флакончике аромата. То есть вот видите белые вот эти номера. И также на донышке. Вот здесь на донышке есть наклеечка. Вот она вам немножко плохо видна. Вот, вот так будет лучше видно. И на этой наклеечке также выбит данный код. Это подтверждение того, что аромат оригинальный. То есть бач-код должен совпадать с упаковкой, да, вот этой коробочкой. И должен совпадать обязательно с флаконом. Если у вас не оказалось бач-кода на коробке, либо на самом аромате, либо он не, ну, то есть если он не совпадает, да, вот, это значит фейковый аромат. И если также где-то у вас нет бач-кода, например, вы купили вот такой аромат, но здесь у вас нет никаких цифр, значит, это подделка. Вот, также если кода нет на флаконе, то это тоже подделка. У оригинальных ароматов всегда есть обязательно бач-код. Так же, как и вот это нишевый аромат, так же, как и на люксовых любых ароматах, есть вот наклейки. Здесь не очень видно из-за того, что камера у меня и софтбокс работает. Да, вот эти есть наклеечки, да, вот они вот здесь вот. И здесь прям выбит таким прозрачным, но конкретно он выбит. Он даже не на наклейке, он именно на стекле выбит код, который должен соответствовать с кодом. Например, набор был приобретен в такой коробке, он должен соответствовать номеру коробочки. Либо, если он продается просто в индивидуально, то в индивидуальной коробке. Остерегайтесь подделок и не покупайте пародии на Монталь. Будьте, пожалуйста, осторожны. Да? Вот смотрите, также выбиты номера, что все у нас идет оригинальное.